Всем привет, дорогие друзья! С мясного Зарбаба, и мы продолжаем проходить реставратор отеля. Итак, у нас с вами получается открылся третий этаж. Здание называется «На вершине мира». Нужно там отремонтировать холл, раздевалку, сауну, террасу и бассейн. Но это у нас будет не сегодня. Сегодня я хотел бы закончить с вами с первым этажом. Мебель поставить всю необходимую. Закончить полностью второй этаж. Там получается у нас с вами остался еще один номер и коридор. А в следующей серии мы творимся с вами, получается, уже на третий этаж. Сейчас давайте глянем, что у нас там получается по чистоте. Значит, первый этаж. Ну, не чисто только, получается, в 103 номере можем вот пройтись. Второй этаж. Все чисто. Третий этаж, получается, у нас номеров нет. Поехали. Значит, 103 и, соответственно, займемся коридорчиком. Я почитал ваше предложение. В принципе, вариант хороший — поставить два кресла. По центру даже можно поставить диван и журнальные столики. Плюс большие какие-нибудь там растения поставить. Можно здесь повесить картины и бра. И я предлагаю, если надеюсь, конечно, найду, перед каждой дверью поставить какой-нибудь небольшой коврик. Я думаю, коврики будут смотреться, в принципе, хорошо. Нам нужно прибраться с вами в 103 номере. Давайте быстренько пробежимся в 103 номер и быстренько там уберемся. Ну, не сильно вроде как загадили особо. Опа. Это мое. Это тоже... Так. Интересный способ положить чаевые, да, под ванну. А может быть, это чья-то нычка была? Все-таки. Ох, какая мадмуазель. Ладненько. Попросили также показать... А ты не реставрируешь, что никак у нас? Мебель каваи. Давайте посмотрим. Особая... Вот, набор мебели каваи. Ну, давайте. Это у нас люстры. Вот такие люстры. Вот такие вот люстры. Ого. Типа облачка. Во, кстати, интересный бра, да? В форме сердечек. Ну ладно. А облачка. Коврики в форме облачков. Сердце. Стульчики в форме сердец. Такие стульчики. Диван. Такой диван. Кровать такая. Вот такая. Ну, в принципе, все получается в форме сердечек и в форме радуги. Ну и всякие книжки, рамки, мишки, зайцы, облачка, радуга, лисички. Ну и получается, в принципе, все на этом. Вот такая мебель у нас. Так, у нас тут, по идее, не хватает немножко света. Я вот думаю, надо будет это вот взять и немножко сюда поставить по центру. Так, надо будет сейчас скорость уменьшить, что-то как-то опять все. Почему-то игра начинается со второй скорости, не знаю уж почему. Так, давайте выбирать, получается, нам с вами диван. Не, давайте сначала кресло какое-нибудь выберем. Хорошего плана. Написали придерживаться японского стиля, типа. Ну, не знаю, посмотрим, что получится. Рочестер не очень нравится мне. Молли. Ласточка, рысь. Ну, давайте сделаем, наверное, рысь. Я предлагаю, наверное, все-таки вот так вот поставить. Не углом, а в углу поставим мы с вами растения большие. Пусть будут белые. Так, два кресла есть. Так, может, сюда будет быстрее. Да, отсюда будет быстрее. Хотя вот этот диван, Рочестер, мне нравится больше. Давайте, наверное, его оставим. Дальше, значит, журнальные столики.
Рысь, ласточка, Молли, Рочестер. Так, ну кресло как-то что-то не особо сильно смотрится. Наверное, их лучше поставить немножко поближе. Не у стенки поставить. Только давайте поменяем немножко цвет. Пусть будет чисто белое, либо наоборот чисто черное. Не, черный не очень смотрится. О, а вот такой шоколадный, в принципе, неплохо. Давайте его, а кресло я немножко перенесу. Вот так. И вот так. Хотя, тоже как-то, если честно, да, особо не очень получается. Может быть, надо было два диванчика поставить. Или кресло вот так вот поближе, знаете, бочком сюда вот так вот. Пусть как-то так. Теперь нужны растения. Так, во-первых, надо поставить наши лилии. Почему-то каждый раз сбивается. Вот тут, в принципе, можно поставить пальмы вот эти вот. Hey, we have a problem. Our elevator's jammed. What do we do? Лифт застрял. Сейчас починим. Раз уже я здесь, почему бы нам и не починить? Так, а где мои лилии? Кто скажет? Пасхальная лилия. О, что-то необычное. Пусть будет пасхальная лилия. Так. Еще бы, наверное, поставил большие растения. Ну вот, кстати, такие можно будет поставить, допустим, в конце коридора. Вот тут вот. Отлично. Какие еще варианты есть? О, небольшие пальмочки. Ну вот пальмочки предлагаю поставить... А, жалко, сюда не влазят пальмочки эти. Я думал, влезут. Я, честно, думал, что влезут пальмы. Но возле лифта они будут мешаться не очень удобно, некрасиво. Поэтому ладно. Какие еще есть варианты? Я хочу вот в тот угол что-то поставить, потому что он реально мешается. Ну, просто он пустой какой-то. Некрасиво. Можно, конечно, такие поставить. Цветов, конечно, дофига тут запутаться можно. Какой лучше ставить. Вот это некрасиво. Какие-то ветки непонятные. Это можно только в номере поставить. Пальма, кстати, может быть, подойдет сюда пальма. Ну, в смысле ты не подходишь сюда пальма? Блин, вот она бы реально бы хорошо бы влезла бы. Не подходит, к сожалению. Где-то что-то был тут более подходящий тогда вариант. Может, такие вот поставить? Блин, так не влазят они. Ну, не знаю, пока что-то мне не очень нравится. Варбургия. Может, варбургию поставить?
Ладно, пусть будет так. Теперь получается Брам. Ну, дайте Бра самое лучшее подходит. Не факт, что будет ровно, но это уж не обессудьте. Либо вот здесь поставить, либо... Ну, тут, наверное, не очень будет смотреться. Давайте вот так вот напротив каждого цветочка поставим. Так, здесь вот так вот по центру. Давай теперь поищем какие-нибудь картины. Так, ну это явно тут не подойдет. Какие-то ромбики, квадратики. Ну, не знаю, может быть, вот эти вот поставить какие-то необычные. Но опять-таки, их сколько тут максимум можешь поставить? Ну, а чтобы они же не повторялись еще хоть как-то. Ну, можно вот эти еще поставить, да? Так, сколько у нас получилось тут? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раз, два, три, четыре. То есть, надо было сюда поставить. Так, раз, два, три, четыре, на пятый ставим. Здесь то же самое, да? Раз, два, три, четыре, на пятую. Так, раз, два, три, четыре, на пятую. Так, хорошо, Брам. Ставим те же самые Брам. Так, напротив каждой двери тоже поставим. Коврики. Давайте поищем коврики. Так, а можно какой-нибудь маленький? Маленький, квадратненький. Ну, типа вот такого. Но я бы еще бы меньше, конечно, поставил бы, если есть. Что-то, по-моему, какие-то все крупные. Не, ну круглые не очень смотрятся, конечно. Квадратные, квадратные тоже. Ну давайте такие, только, наверное, какой-нибудь цвет подберем. Можно вот такого плана. Я, ну, реально, если были поменьше бы коврики, знаете, такие вот, как есть, типа, на надписи «Добро пожаловать», типа такого, да? Я бы такой бы поставил. Здесь-то, по идее, коврики-то и были, но они здесь были гораздо меньшего размера. Не знаю, если вдруг не очень, то мы с вами уберем эти коврики. Да, и надо будет повесить какие-нибудь как хорошие шторы еще на окна. Так, теперь тут не хватает Брам. А, поступила необычная жалоба, если я правильно понимаю, в одном из номеров что сломалось. 108 номер. А я сейчас где? 104. Сейчас проверим. В принципе, получается, осталось только штор повесить.
А, тут еще, я не повесил еще бра. С этой стороны. Как-то так. Так, 108, да? Опять, небось, курица все сломала. Ну да. Ну да. Да та же самая. Отлично. Так, все, номер есть. Здесь закончили. Две 200. А, номер предложен. Хорошо. Так, что у нас там получается по частоте? Давайте сейчас посмотрим. Привет, я готовлю влог о лучшем отеле. Ну окей, без проблем. Что тебе требуется? В 108-й инфлюенсер. Ну давай. Значит, добавить растения. Настенный плоский телевизор один. Это без проблем. Хотя, наверное, проблема. Я не знаю, куда его вешать. Да, реально, его некуда вешать. Ну, повесим сюда его. Не знаю уж как. Как-то так получилось. Как-то так получилось. Камера со штативом. Так. Не, в другую сторону. Ну, тут пусть стоит. И растения добавить. Это вообще без проблем. Вот тебе еще одно растение. Все, замечательно. Заселяйся, инфлюенсер. А мы переходим с вами на второй этаж. Вот, кстати, она и приехала. Выходи, твой этаж. Нечего ходить тут по коридорам. Поехали на второй, пока третий не покупаем. У нас сегодня чисто только... Заканчиваем... С дизайном первого-второго этажа. Блин, я шторы забыл повесить на первый этаж, конечно. Этот я молодец. И надо было в номерах убраться. Потому что пока мы там что-то дело сделали, то у нас, наверное, куча всего мусора-то появилась, да? Ну, вот здесь как раз уже надо будет почистить 204 номер, да? Здесь у нас что? А, здесь все прекрасно. Замечательно. Ну что, вот такой вот у нас этаж. Сказать, что это получается библиотека, да? Наверное, какая-то все-таки библиотека. Но мы, как всегда, начнем что? Убирать. Вот таких, кстати, еще нету дорожек, да? Можно было такие дорожки поставить. Паутины, конечно, здесь дофига. Может быть, я оставлю дизайн вот этот вот. Только переделаю потолок и, возможно, переделаю пол. Как вам дизайн вот этих вот стен? Мне кажется, в принципе, прилично. Главное только сейчас убрать здесь мусор. Но мусор мы с вами будем убирать... Аккуратно, чтобы не сломать стены, потому что я потом такой не найду дизайн стен. Но если сломаем, то значит будем переделывать. Да сколько здесь паутины-то, ё-моё. 4 штуки. Офигеть. Главное нигде не упустить паутину. Пол ломаем, ничего страшного. Главное не сломать, постараться стены. И если уж сломаем, то тогда ладно. Тогда будем переделывать. И паутину, конечно же. Ну все, я сломал стену. Блин. Вот это сейчас было обидно. Ну, может быть, с вами найдем панель такую, более-менее подходящую. Я пока не буду ломать все равно стены, потому что надо будет искать здесь паутину нормально. Здесь хотя бы все это дело видно, поэтому пусть остается.
Так, коврик вот этот вот убрать. Это все убрать. Ищем паутину. Ищем вредную, злостную паутину. Потому что потом ее нифига не найдешь. Ну, снеси ты штору-то. Ну, вроде бы с паутины тут все. Грязь всю убрали. Теперь давайте здесь. Опа, яйцо. 14 тысяч. Сколько, интересно, тут все его этих яиц? Да, ё-моё, сломал опять-таки. Там вроде бы все, паутин никаких нет. Я предлагаю, наверное, сначала прибрать всю вот этот мусор, а потом уже пройтись по паутине, потому что ее надо отдельно искать. Если что-то будем находить прям рядышком, то будем тоже сразу убирать. Что-то я сломал не штору. Да ломай ты штору, пожалуйста. Так, с мусором все. Ищем вредные паутины. Вроде бы паутин нет. Ну хорошо. Кувалда, потолок. Отлично. Весь снесли потолок. Курица, хочешь поиграть? Отлично, замечательно. Ну, давай сыграем. Давай, давай, давай. F взять, F бросить. А нет, налево бросить. Я выиграл 6-1. Хорошо. Поехали дальше. Да я уже с ней играю. Я проиграл. Еще разочек. Ничья. Блин, когда ничья, засчитывает почему-то курица. Вот это плохо. Ну ладно, в этот раз проиграли. В этот раз проиграли. Ну кидай ты, пожалуйста. Да, 5-1. Ничья, но курица выиграла. Все? Иди домой. Снова пробовать я не хочу. Поехали. Главное тут все дело убрать. Ага, и прям в лифте получается, да, у нас мусор. Ну, не страшно. Так, ну все, осталось получить только стены.
Может быть, кстати, зайти посмотреть, что я смогу что-то купить в нашем магазине инструментов. Ну, в смысле ты не сломал? Вот так вот. Ну что, осталось только пропылесосить. Странно, почему-то еще есть демонтаж мусора. Может быть, я где-то упустил паутину? Так, вот это что-то я не сломал. Ну, паутину вроде я везде все посмотрел внимательно. Может, все-таки мусор считается... А, наверное, тут считается, имеются в виду люстры вот эти вот. Скорее всего. Давайте мы тогда вот эти вот круглые люстры сломаем. Да, 98. 99. О, не понял. А как так получилось, что потолок остался? Я хочу вот эти люстры оставить, вот они красивые, хорошие, мне нравятся. Так, все. Теперь уборка чиста. Хорошо. Начнем, как всегда, получается, со стен. Вернее, с потолка. Так, где тут? Притормаживает игра, мне очень нравится. Все равно лагает. Вроде бы потолок весь. Теперь давайте разбираться с полом. А тут у нас что? Здесь почему-то не пишется, да, что это? Но, скорее всего, написали в комментариях, что это может быть библиотека. Возможно, скорее всего, так она и есть, потому что здесь есть книжки, полочки, столики для чтения. Диванчики, так что, наверное, да. Это все-таки у нас будет библиотеком. Поехали тогда, получается, разберем сейчас с полом сразу. Деревянный пол.
Так, оставлять вот белые. Или выбрать другой цвет. А, подожди, у нас есть, получается, тут каменная плитка. Ну, вот такой неплохой цвет. Пусть будет вот такой цвет. Туда не надо, да? Ладно. Здесь тоже сразу все покрылось. Ага, сразу все полностью. Хорошо. Проблема в одном из номеров, лопнула труба. Да, серьезно, что ли, опять? В каком? В 201-м. А я сейчас где? Я сейчас здесь нахожусь. Вентиль. Ну, поехали. Заодно, в принципе, получается, приберемся в номерах. Ой, как все лагает, пипец. Но все прогружается. Лифт — это загрузка. Так, кстати. Да, я могу купить робот-пылесос. Может убирать пол в любое время без твоего участия. Мотонализмом не занимается. Мотонализмом? Что такое мотонализм, я не знаю. Давайте возьмем. Чтобы использовать пылесос, выберите его среди инструментов уборки в круглом меню и с помощью QE. Ясно. Хорошо. Так, ну и, наверное, динамит, да? Отлично. Чтобы использовать динамит, выберите его среди инструмента демонтажа в круговом меню с помощью QE. Тоже, в принципе, все понятно. Он сразу все, получается, убирает. Да? Да. Все. Получается, больше никакой прокачки здесь нет. Своим номером я потом займусь. Кабинетом. Хорошо. Поехали тогда убираться. Или бы что-то еще. Все уже открыто. Поехали пока на первый этаж. Мне интересно, робот-пылесос. Я могу поставить его на каждом этаже? Так, что у нас там получается по чистоте? Все чисто? Серьезно? Ну тогда давайте закончим со шторами. А можно, кстати, вот такие вот оставить? А че бы нет? Прикольно будет смотреться с такими вот растениями. Только, наверное, подберем цвет. Вот такие пусть будут. И с той стороны. Теперь вопрос в другом. Робот-пылесос. Допустим, я поставлю его вот здесь. Вот он будет убирать в номерах? Ну смотри, в коридоре, в принципе, здесь не нужно. Хотя... Пусть будет. Это получается, я, получается, его покупаю постоянно. Это будет удобно. Я тогда вообще тогда париться не буду. Единственное, что я не могу его поместить, правильно? Ну, вернее, повернуть. Вот он как есть, так он и есть.
QA, меняю пылесос этот. Да. Ну, давайте поставлю, получается, я его вот здесь вот. В каждом номере поставлю абсолютно. Вот абсолютно в каждом номере. И тогда я не буду париться. С уборкой. Блин, тут, как, кстати, не очень она смотрится. Ну ладно, может быть, он сможет выехать. Так, у тебя тут ставил? Тебя ты тоже тут не поставил. Отлично. Пусть ездит, убирает. Хотя тут, по идее, он убирать ничего не будет в коридоре. В коридоре, наверное, зря я его поставил. Видать, какой-то сломавшийся квест был, связанный с шумом. Ну, либо потом он бы был бы. Ладно, пусть катается. Есть не просит. В смысле? Ладно, сейчас займемся. Получается, мы с вами здесь номер не сдали. Не знаешь почему. Отлично. Две 200. Почему-то какие-то номеры не засчитали, да? Что они сданы. Ну да, смотри, получается 101 0 дней. Или это осталось 0 дней, они будут потом выезжать. Непонятно. Да хотя да, все номера заняты. Не ясно. Ладно, первый этаж все. 100% даже робот-пылесос есть, который ходит, убирает здесь. Шикарно, поехали на второй. А, блин, ну все правильно. Мне нужен 201. Я сейчас забыл про эту лопнувшую трубу. Думал, это на первом этаже сломалось. Но нет, на втором. В принципе, как раз сейчас мы закончим здесь с коридором, закончим, получается, с номерами. С последним, получается, номером осталось только тут. Не понял. А что это 203 закрыт? Всех заданий в номере? То есть, подожди, мы с вами не можем 203 открыть, потому что он по какому-то будет квесту? А, ты смотри. Ну ладно. Так, робот-пылесос надо теперь поставить вот здесь вот. Блин. Тут я уже вижу грязно. Пусть убирается. Пусть тоже ходит, убирается. Так, это у нас какой номер-то, кстати? А, даже без моего ведома убрались. Ну, отлично. Наверное, робот-пылесос начал работать вовсю. Все. Роботов везде поставили. Осталось только придумать нам с вами панели. Здесь и потом заняться библиотекой. Ну, давайте выбирать, что нам ставить на стены. Так, есть панели. Ну, панели какие-то, вот я смотрел в прошлой серии, мне вообще ни одни панели не нравятся. Ну, вот вообще... Вот из того, что закрыто, в принципе, наверное, что-то еще можно подобрать. А так... Не подходит. Ну, тоже не нравятся мне какие-то эти.
полом не сочетается. Может, тут подобрать красненького цвета? Ну, типа такого плана. Или вот такого. Честно, не нравится вообще. Мне нравилось вот то, что у нас было с вами керамика. Это же в керамике было, да? Или это не в керамике было? Что-то я запутался. Не, не в керамике было. И не обои. Вот, покрытие стен. Вот прям вот это мне нравится. Не знаю прям, не знаю почему, но вот это именно вот это конкретно, терраса с мелким рисунком, мне прям очень нравится. Даже цвет нравится. Пусть будет везде такой. Не знаю уж. Прям что-то не хочу ничего другого менять. Нравится и все. Оставлю как есть. А на потолок я не могу сделать, серьезно? Ох, как интересно. Ладно, там, получается, придется нам с вами просто покрасить. Нет, здесь я могу почему-то сделать. А там тогда почему не могу? Так, это я сделал, да? Не, подожди, а почему тут-то я не могу сделать? На окнах-то я могу сделать, а тут почему-то не могу. Странно. Странно, не знаешь почему, надо будет глянуть на первом этаже, как происходит у нас. Как там я делал? Ну вот тут же я могу сделать. В чем сложность там не сделать? Непонятно. Все здесь, да? Хорошо. Ну тогда давайте красить просто белым цветом. Тогда, наверное, скорее всего, либо вот эти вот снести, и тоже пусть будет белым. Давайте снесу, мне не нравится. Да не то. Класс. Пусть тогда будет белым цветом. Нет, не пылесос. Как-то так. Как-то так. Теперь давайте, наверное, сделаем шторы. Но эти явно тут не подойдут 100%. Ну вот пусть будут белые. Белые прям мне нравятся. Хорошо так смотрится. В принципе, да? Так, здесь есть, там, скорее всего, наверное, у нас пойдут вот такого плана шторы.
Или вот такие узенькие сделать. О! А здесь не закончил. Тогда подожди. Хорошо. Давайте теперь с этой стороны. Предлагаю поставить здесь диванчики. О, а пусть будут вот прям вот такие, прям синего цвета. Прям хорошо смотрятся, мне прям понравились. Прям резко понравилось мне это все дело. Так, здесь журнальный столь, вернее, диванчики здесь не подойдут. Возможно, можно поставить либо кресло, либо просто два столика небольших. Поставим вот эти две шайбы. И какие-нибудь небольшие. Ну, либо вот такого вот плана, кстати. Только надо подобрать цвет. А пусть будет черный, да? Из мебели, наверное, получается здесь все. Блин, сейчас скажут, что надо убираться в этом фойе. Кстати, в фойе надо будет тоже поставить робота-пылесоса. Сейчас глянем, что у нас получается по чистоте. Вот когда роботы-пылесосы есть, что у нас там с чистотой? Всегда все на десятку, да? Прекрасно. Вот это прекрасно, это прям хорошо. Вот это прям замечательно. Так, давайте начнем тогда, получается, с бра. Я хочу везде поставить сейчас бра, те же самые, которые у нас были, да? Как всегда, возле лифта 2. Надеюсь, этот лифт, кстати, тоже можно будет отремонтировать. А то как-то он бросается в глаза. И все это не нравится мне. А возле номеров тоже надо поставить бра. Это пока номер 16 недоступен, но потом откроется. Все, пока с бра закончили. Люстры трогать я не буду. Вот какие они есть красивые, пусть они так и остаются. Коврики постелить. Ну, постелим, возможно. По поводу цветков. Ну, тут прям, наверное, не хватает, да? Можно, кстати, вот эти вот поставить в угол. А рядом с ними поставить вот эти вот столики. А? Неплохо вроде бы. Попробуем здесь поставить с вами вот эти вот. Хотя, вот эти тоже неплохо смотрятся. Так, ты у нас плохо встал, да? Да. Ну вот. Хочу еще поставить лилии. Кстати, вот эти вот можно будет поставить здесь вот. По центру. Да, наверное, поставлю по центру здесь. Отлично. Так, подожди. Где мои лилии? Я думал вот эти вот поставить, но что-то как-то... Либо, кстати, вот тут поставить можно будет. Для разнообразия. Так, где мои лилии? А может поставить орхидеи?
А что за цвет? Цвет чего? Горшка? А, да, реально горшка. Ну и, честно, я особо тут не вижу никакого цвета. Может, потому что тут темно? Так, опять писатель, в какой хочешь номер, в 108-й. И опять тебе нужно будет рабочий стол добавить. Так, с коридором у нас получается, что здесь все? На писателя, в принципе, время еще пока есть. Картины. Но мне картины не нравятся никакие, если честно. Особо сильно. Поэтому просто повесим. Так, раз, два, три, четыре, пять. А, нет, тут получается так не получится. Тут раз, два... А, или, кстати, вот здесь можно повесить картины. А чё бы нет? Нет, стоп. У меня здесь была другая идея. И я хотел здесь поставить диванчики. Они прям сюда идеально вписываются. Под один стиль. И здесь тоже с вами повесим бра. А? Как вам? Мне нравится. Коврики, не знаю, не нравится. У нас тут получается более-менее такой... Да, сейчас уберемся. Более-менее такой здесь второй этаж посолиднее. И коврики здесь вообще смотреться не будут. Хотя место, получается, под них будет больше всего здесь. Ну, давайте хотя бы просто прикинем. Да нет, вроде как нормально. Ну что, я думаю, с первым, вернее, со вторым этажом тоже закончено. Давай тогда смотаем сейчас на первый. Поставим ему рабочий стол в 108 номер. И потом в фойе этот, поставим робота-пылесос, чтобы он там тоже пылесосил. И по идее с уборкой вообще тогда можно будет забыть. Все шикарно. Так, 108. Это нам сюда надо будет. Ну и куда вот мне его разместить, это рабочее? Можно, в принципе, поставить сюда. Это у нас должно быть в особых. Нет, это электроника. Вот, особая. Рабочий стол Моник? Так это какой-то не рабочий стол. Вот, рабочий стол. Давайте выберем только цвет. Вот такой пусть будет. Все, пошли, получается, в фойе. И у нас остается только, получается, с вами это библиотека. Библиотека и вот этот вот особый предмет. Который мы сейчас с вами видели. Он очень похож на ключницу. Так, где там? Блин, жалко, что его нельзя никак развернуть. Во.
особые... Не, не тюк сена. Тут что-то прям рабочих столов прям завезли много. Вот это вот дело. Это ж похоже на ключницу. Мне кажется, она должна быть вот тут вот. Лестница, конечно, здесь вообще не в тему. Если... Вот как, никак не вписывается. Ну да ладно. Пусть будет. Неплохо, неплохо. Чё, встали? Так, нам сейчас нужен, получается, какой этаж там? Второй. Нам надо убраться с вами в библиотеке. У нас, по идее, осталась только библиотека, и, в принципе, второй этаж полностью тоже закончен. Ну, поехали убирать. О, кстати, давайте попробуем динамит. Это же быстрая уборка. Бабах, и все. Я здесь все покупал, вернее, все продавал, все, что можно было, поэтому все прекрасно. Начинаем, как всегда, с потолка. Ой, как все залагало там. Но видите, получается, здесь есть минус в том, что... Я снес и люстры. Вот эти вот люстры я тоже снес. Возможно, я найду какие-нибудь люстры в интерьере замка. Как вариант, да? Так, это что у нас, не покрасилось или что? Еще пока не дошло. Пол у нас с вами будет явно деревянный. Керамическая, нет, какая плитка-то, что? Дерево где? Во. Так, а я не понял, а что мусор остался? Странно почему-то, да? А, и самое главное, что я надеюсь, с помощью этой взрывчатки паутина уничтожилась. Да ё-моё. Вроде думал, что везде уже убрался, а получается, что не везде убрался. Деревянный пол. Подберем только, получается, цвет. Будет вот такой вот цвет. Что-то как-то подвисло все здесь, да? Ну ладно, давайте выбирать тогда, получается, стены. Но тут можно, в принципе, попробовать что-нибудь сыграть с панелями. Вот такие пусть будут панели. Это так панели ставятся? Звук такой страшный. Так, ну что? На вид вроде вышло хорошо. Вроде вышло хорошо. Мне нужен сейчас здесь свет, потому что света прям очень сильно не хватает. Так, где-то у нас тут с вами был замок. Вот, мебель дворец. Может быть, здесь есть и люстры? Но здесь чисто только есть эти, да?
Бра пока. Потом вот такие. Есть, кстати, люстры. Вот их, получается, либо надо поставить три штуки. Ну, особо света они, конечно, не добавили. Пипец, я ровно поставил. Я сама прям ровность. Так. Вот напротив этого окна. Вот сюда. Напротив этого окна. Так, он сказал напротив окна. Хотя, конечно, я бы немножко подальше поставил. Как-то так, но все равно его мало. Может быть, попробовать поставить сейчас тогда здесь бра. О, а если вот эту вот люстру заменить, кстати? Вот эту вот продать. А поставить здесь вот эту вот. Одну такую, выделяющуюся, да? Но все равно как-то мало света дает. Вот светит куда-то в потолок, да? Вообще не в тему. Не нравятся мне вот эти вот бра. Где мои? Вот эти вот красивые бра. Так, там будут, наверное, шкафы стоять. С остальными бра потом подумаем. Давайте пока... Да опять со своим кошельком. Честно, уже надоел этот мужичок со своим кошельком. Мебель. Нам нужны шкафы. Блин, а мне нужны другие шкафы, которые книжные. Не факт, что здесь будут нормальные шифонеры. Хотя можно, в принципе, вот такое поставить. Надо только подобрать цвет. Не, все правильно. Вот этот... Дай, блин. Зачем ты мне его сделал? Вот так вот. Редактировать цвет. Пусть будет вот такой, но не до конца, да? И здесь также поставим. С этой стороны то же самое. Допустим, сделаем еще пару бра. Так, давай вот так вот. Тут перенесем. Это тоже перенесем. Диванчики там уже не вписываются. Поэтому, наверное, лучшим вариантом будет это либо маленькие диванчики, либо кресло. Рочестер. Не, а чё, в принципе, нормально будет и здесь смотреться, только где точно такой же цвет? Я прям вот хочу такой же. Жалко, что нельзя его повторить. Надо будет теперь искать...
Во-первых, сначала рисунок. Вот он. Во-вторых, цвет. Там черно-синий какой-то был. Вот они. Так, давай, получается, поставим один здесь. Один здесь. Блин, я вот боюсь, что я потом не смогу ровно выставить. Надо бы туда сейчас глянуть, там с вами Рочестер кресло. А где шайба? Так, только редактируем цвет. Подожди, какой-то шоколадный стал уже не совсем шоколадный, да? Вот, пусть будет такой. Ну, вроде как такой же и был у нас везде, да? Кресло теперь нужно, Рочестер. Это вот этот, получается, кресло, да? О, а чё, нормально. Только нужно будет подобрать цвет. Да, вот такой же цвет. В уголок. Так, куда можно, в принципе, поставить еще кресло? Можно, в принципе, поставить вот здесь вот кресло. Теперь нужны, по идее, журнальные столики, только маленькие. Так, подобрать свет. Вот такого же плана. Ну ладно, пусть, хотя нет. Вот так. И, наверное, вот такие же торшеры поставим. У нас был замок. Вернее, дворец. Цветов не хватает, наверное, да? Давайте поэтому поставим цветы. Цветов реально что-то не хватает. Про цветы совсем я забыл. Цветами все. Теперь, наверное, надо поставить нам сами шторы. Пусть будут белые. Ну, вроде бы все. Можно, конечно, добавить книжки, но, блин, это займет очень много времени. И не факт, что они будут туда нормально вписываться. Эти книжки. Свечки не в тему. Надо книжек сейчас еще далеко листать здесь. Куча ваз, вазы, статуэтки. Да, вот они, кстати, книжки. Сюда они не вписываются. Эти, конечно, вписываются.
Так, эти почему-то сюда не встают. Ну, в парочку добавим, чтобы хотя бы было понятно, что это библиотека, да? Ха-ха, они выпали. Книжки выпали, класс. Ну ладно, сейчас мы поставим. Все. Похоже на библиотеку, да? Я думаю, да. Ну что ж, мы с вами закончили все полностью на первом этаже, на втором, кроме одного номера, потому что он пока закрыт, возможно, он откроется по сюжету дальше, да? А так, в принципе, вышло хорошо. Пишите свое мнение в комментариях, мне будет интересно почитать. Кошелек, наверное, я поищу за кадром. Давайте, наверное, с вами просто купим хотя бы третий этаж. И посмотрим, что у нас... Хотя нет, оставим это на следующей серии. На сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Дзен. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.